Здравствуйте, друзья! Сегодня вас ждет интереснейшая прогулка по новой экспозиционной зоне бренда Ideal Standard в дизайн-пространстве Aquarius. Рекомендую смотреть этот обзор до конца, потому что Ideal Standard среди крупных сантехнических брендов пока единственный, кто осуществляет поставки в Россию в полном объеме. В 2021 году из-за ограничений компания Ideal Standard проводила виртуальное мероприятие, которое называлось Together World Tour, и они посещали различные столицы дизайна в мире и представляли новые коллекции. Первая столица была, естественно, Милан, потому что у Ideal Standard очень серьезные связи. Во-первых, с Италией, потому что там находится производство, во-вторых, с Миланом, потому что там находится дизайн-центр, который сейчас возглавляет креативный директор Ideal Standard Роберто Паломба. В общем, Роберто Паломба и представил обновленную коллекцию, которая называется Linda X. Оригинальная Linda была создана Акиле Кастильоне, знаменитым мэтром итальянского дизайна, который стоял буквально у истоков становления того, что мы сейчас называем «Made in Italy». Здесь представлена ванна, выполненная из композитного материала, очень объемная, очень удобная, имеет характерную форму, которая очень легко считывается с оригинала. Ну и дополнительным удобством является то, что борт ее достаточно низкий, при этом ванна довольно глубокая, то есть залезать туда будет очень и очень комфортно. Следующая остановка называлась Берлин. И за Берлин у нас отвечает коллекция Конка, которая также принадлежит авторству Роберто Паломба. И опять же, это переработанная коллекция, которая уже существовала в ассортименте Ideal Standard. Оригинальным ее автором был Паоло Тильке. Ну а сейчас перед нами обновленный образ, который унаследовал фамильные черты от того самого первоначального образца. Здесь мы видим чуть-чуть возвышенную плоскость для установки смесителя и достаточно объемную чашу. Борта довольно тонкие, соответственно, чаша очень и очень удобная. Смеситель также из коллекции Конка, мы о нем недавно рассказывали в нашей рубрике ТТХ. Особенностью является также то, что вы можете выбрать различные отделки. Помимо стандартного хрома, может быть шлифованное золото, серебряный шторм и даже брутальный магнит. Дополняется этот умывальник парочкой коллекции Blend, и здесь стоит особое внимание обратить на конструкцию чаши унитаза. Она имеет так называемую технологию AquaBlade. Это специальная прорезь, безободковый дизайн, и, соответственно, омывание происходит более эффективно, меньшим количеством воды и с меньшим образованием вот этой водной дисперсии, которая возникает каждый раз, когда вы делаете смыв в традиционном унитазе, потому что там встречаются потоки воды, и они, собственно говоря, сталкиваясь, и создают вот эту взвесь, которая, естественно, взмывая воздух, распространяет все то, что находилось в унитазе, в том числе и вокруг него. Соответственно, эта конструкция не имеет вышеупомянутых недостатков и весьма и весьма гигиенична, ну и, конечно, легка в уходе. Биде повторяет форму унитаза, и тут нужно еще отметить, что в данном случае у нас такие немножко графичные геометричные бленды, а бывают скругленные. Ну и также они могут быть выполнены в других цветах, например, в черном. Очень эффектно на нашей антрацитовой стене смотрится круглое большое зеркало диаметром 1 метр с контражурной подсветкой. Кстати говоря, зеркало может быть еще больше, даже 1,20 м. Тогда оно, конечно, смотрится очень и очень эффектно и делает очень важный акцент. Но скажите, почему Берлин? Да потому что здесь мы попытались запечатлеть стены берлинской подземки, немножко закопченные и брутальные. Здесь мы перемещаемся в Лондон, и в Лондоне у нас встречается элегантная раковина, которая называется Type OZ. И это тоже реинкарнация исторического дизайна, который был создан первым креативным директором Ideal Standard, архитектором Джо Понти, знаменитым архитектором и дизайнером. Соответственно, та раковина называлась Zeta, это называется Type OZ. Таким образом, Роберто хочет показать, что он вдохновился, но создал нечто новое. И это действительно нечто новое, потому что раковина представляет из себя единое целое. То есть это моноблок чаши и пьедестала.
Также очень тонкие филигранные линии, геометричные и очень практичные, потому что есть плоскости, куда можно поставить. Ну и, конечно, объем чаши впечатляет. Помимо белого глянцевого, может быть еще и черный глянцевый. Ну и, кстати, если вы вдруг захотите установить два умывальника, то комбинация этих двух цветов тоже может смотреться очень-очень интересно. Дополняется круглым зеркалом с круглой рассеянной подсветкой. Рама черная. Ну и опять же, она замечательно подходит к образу умывальника Type Z. Посередине нас встречает огромная ванна, которая принадлежит той же самой коллекции Конка. 1,80 м на 80 м. Композитный материал, очень гигиеничный, теплый на ощупь, приятный за счет своей шелковистой матовой поверхности. Ванна имеет потрясающий объем, 430 литров, соответственно, в ней вы почувствуете себя как будто в бассейне. Более подробно я также о ней рассказывал в нашей рубрике ТТХ, так что обязательно посмотрите. Ну а мы пока перенесемся в Дубай. И в Дубае у нас представлена коллекция в цвете, в отделке, которая называется Silk Black. И это полностью черная коллекция. Черные аксессуары, черная керамика, черная мебель и даже черная рама зеркала. Это коллекция Tessie. Довольно бюджетная, но не лишена всех технологических инноваций, присущих идеал-стандарту. Ну, в частности, чаша унитаза даже в черном исполнении имеет технологию AquaBlade, ту самую, которая очень удобна и очень гигиенична. Естественно, тонкая крышка с плавным закрыванием. То же самое касается и мебели. Здесь ящики с плавным закрыванием, ну и на дне установлены специальные звукоабсорбирующие коврики. Так что даже в бюджетных коллекциях есть все преимущества премиальных. Двинемся в Париж. Здесь у нас цвет парижского неба. Это, кстати говоря, официальный цвет. И на этом парижском небе, естественно, очень здорово смотрится теплая, светлая отделка мебели Конка, которая сочетается с очень интересным отдельно стоящим умывальником. Причем он может стоять как вот так у стены, также может стоять и посередине. Такая конструкция, легкая и элегантная для центрально установленного умывальника, является тоже своего рода уникальной. Дополняется смесителем из коллекции Joy. И здесь нужно отметить, что все коллекции Ideal Standard сочетаются друг с другом. Соответственно, вы можете добиваться абсолютно потрясающих комбинаций и, самое главное, абсолютно индивидуальных комбинаций. Того же самого эффекта вы сможете добиться, если будете комбинировать различные отделки мебели, точно так же, как и различные размеры элементов этой мебели. Также индивидуализировать место для умывания позволит коллекция раковин iPalace. Они имеют различные формы, различные размеры и очень интересные, я бы сказал, необычные цвета, которых вы не встретите у других производителей. Ну вот здесь, например, оттенок полыни и граната. Очень сочные, интересные и выразительные. Ну и последнюю компактную зону мы назвали Шанхай. Она представляет из себя образ гостевого туалета. Здесь представлен унитаз Connect, причем также с технологией AquaBlade и тонким обновленным сидением. Раковина Strada углового расположения, соответственно, она может быть правая и левая. И шкафчик с отделкой из ламината под дерево и полированными хромированными профилями. Раковина имеет тонкие бортики, соответственно, даже при довольно скромных размерах чаша получается вполне достаточная для того, чтобы ваши гости не чувствовали какого-то дискомфорта. Ну и дополнительное удобство обеспечивает очень симпатичный и, опять же, подтверждающий мысль о кросс-коллекционности смеситель тоник. Ну что ж, друзья, на этом наша экскурсия по столицам мира подходит к концу. И я вас приглашаю к нам в дизайн-пространство Aquarius для того, чтобы познакомиться и с коллекцией Ideal Standard, и с теми образами, которые мы здесь создали вместе с дизайнером интерьера Павлом Кулаковым, который является автором этой экспозиции. Спасибо за внимание и ждем вас в гости. Пока!